тысячи лет назад, а именно в 2002 году, когда «Звезды войн» еще не превратились в толерантное нечто, вышла прекрасная игра Jedi Outcast 2. Игра по «Звездным войнам», где сайберфайтинг был настолько крут, что лишь два проекта смогли к нему хотя бы приблизиться, и то не полностью. Первая — это любительская поделка Vertex. Вторая — это полноценная и масштабная игра Fallen Order. Обо всем этом я вам уже рассказывал. Однако есть еще кое-что, заслуживающее внимания. Нетрудно догадаться, что такая потрясающая игра, как Jedi Outcast, была обречена на обрастание различными модами. Именно так и случилось. Целая прорва скинов, текстур, карт и даже сюжетов разной степени качества понеслись по интернету. Какие-то были, откровенно говоря, так себе, какие-то вовсе упоротые, какие-то действительно заслуживали внимания. Однако в те времена интернетизация в наших краях была на нуле, и потому многие моды мы брали из журнальных дисков, а предприимчивые продавцы из клана Веселого Роджера смекнули, что если продавать мод под видом полноценной игры, то это ж отличная получается идея. Именно так на прилавках появилось полноценное продолжение приключений Кайла Катарна под названием «Леди Джедай», «Леди Джеди» или «Там, про бабу со световым мечом, что-то было, дайте, пожалуйста». Все названия валидны и актуальны до сих пор. Теперь, полагаю, вы понимаете, откуда растут ноги и просьб сделать обзор на продолжение Jedi Outcast 2. Господа мои, это никакое не продолжение, это лишь любительский мод. Таких было немало, и до сих пор в пиратских бухтах можно найти сундуки со сборниками. Однако честь называться в народе полноценным продолжением получили лишь две модификации — «Леди Джеда» и «Побег с Явина 4». Сегодня расскажу о первой. Да, когда-то я тоже попался на эту замануху. Инквизиция простила меня, так как возраст позволял мне некоторые поблажки. И, честно говоря, в те времена мы, скорее всего, не сильно-то заморачивались насчет того, кто там и что разработал. Это сейчас все, знаете ли, грамотеи знают, кто над чем работает, кто кого куда послал и какой бюджет у очередной новой крутой игры. А раньше оно как было? На обложке баба? Баба. Световой меч есть? А то! Звездные войны? Звездные войны. Заверните. Думаю, нетрудно догадаться, что фанату оригинала понравился и мод, хотя уже тогда я понимал, что это именно мод. И сейчас, спустя почти 20 лет, я решил перепройти эту поделку, пиная на ходу ностальгию и не позволяя ей руководить процессом восприятия. И, что сказать, Леди Джедай проект очень неоднозначный. Всю игру, делая заметки для ролика, я представлял, как буду ее ругать, но вот сейчас, при написании сценария, да, я думаю, как бы ее при этом еще и похвалить. Скажем так, некоторые моменты сделаны просто вымораживающе. Нет, не вымораживающе, плохо. Просто вымораживающе. Это самый подходящий термин в данной ситуации. Ну, а некоторые моменты, да, именно вымораживающе плохо. В свою очередь, в моде есть находки, глядя на которые можно воскликнуть: «Блин! Авторы же при всей карикатурности происходящего реально старались, и им за это огромное спасибо!» Кому им? А им, детишки, это команде Nazar Decision Group, русской команде, между прочим. Да, если кто не знал, тетенька Джедай — это мод производства рюрикских Иванов в ушанках. Есть чем гордиться, не правда ли? В общем, переместимся-ка мы в те далекие времена, когда второй эпизод уже вышел, а третий все еще нет. Разумеется, не было никаких «Войн-клонов». Первый сериал выйдет только через год, да и то будет не про дальнейшие события, а до развязки еще полных 3 года. Поэтому авторы «Леди Джеди» пустились по реке фантазии на своей дырявой байдарке, не стесняясь вообще ничего. И, честно, тем, кто хоть немножко разбирается в лоре, это все покажется смешным, особенно сейчас. Однако все же нужно сделать скидку на давность и на фанфикшн. Итак, действие происходит уже во времена Империи. Император Палпатин вовсю теснит республику, а джедаи, вместо того, чтобы сражаться, попрятались кто куда. Да, не удивляйтесь, механизм захвата власти Палпатином еще не был описан, поэтому Назар с братанами посчитали, что император просто, знаете, вот собрал армию и начал воевать с республикой и джедаями. Последние посмотрели на это и сказали: «Да ну нафиг!» и распустили орден. Соответственно, поодиночке их мочили быстрее, и джедаев становилось все меньше и меньше. И это при том, что создатели мода знали, что Палпатин — это Дарт Сидиус. А я вот не знал, между прочим, и именно в тот момент я это себе заспойлерил. Да, я знаю, что актер один и тот же, я не смотрел в титры и сейчас не смотрю, и вам не советую. Ну и вот, играем мы за некую даму по имени Майриэль Ватерфолл. Майриэль. Ну, короче, Маринка, а еще, наверное, лучше Машка. Да, Машка Водопадова. И половина игры — это ее воспоминания о том, как она дошла до жизни такой. Какой такой, спросите вы? Ну, на службе Императора, разумеется. Как же я уже тогда догадался, что это именно модификация? Ну, потому что начинается игра с демонстрации этаки
таких гонок на карах, за которыми наблюдают двое ситхов, имея в виду Сидиуса и Вейдера, и еще там Мара Джейд ошивается. Дело в том, что когда я проходил мод в первый раз, тогда 17 или 18 лет назад, я почему-то запомнил, что в этот момент звучала песня «Нас не догонят» группы Тату, и я честно ждал ее и в этот раз, но ее не было. Я даже немножечко офонарел и огорчился от такого. Впрочем, о стране производителей все равно быстро напомнили при помощи озвучки. Да, все диалоги полностью озвучены, и давайте скажу сразу, озвучены они отвратительно. Все. Если Jedi Outcast можно было ругать за семиволчарский дубляж, мол, иногда такую чушь несут, что прям вот на уши не налазит, но, по крайней мере, они нормально играли голосами. Ну и аппаратуру, безусловно, имели приемлемую. А здесь же это просто тихий ужас. Есть пара голосов, которые как-то там худо-бедно пытаются играть. Например, вот персонаж Сидиуса, видно, что пытается вытянуть озвучкой. И даже, прости господи, Вейдер, хоть и получается так, что уж бы, наверное, вообще молчал. Он озвучен как тупой качок с ведром на голове, это сейчас не шутка, это, наверное, самое подходящее описание данной ситуации. Я не уверен, что Морель Ватерфолл справится, мой повелитель. Ты думаешь, что Люк настолько силен? Он стал гораздо сильнее с тех пор, как я с ним сразился в первый раз. Но хуже всех, конечно же, озвучена Машка Водопадова. Это просто писец космического масштаба. В принципе, все женские роли тут озвучены то ли одной дамой, то ли двумя. Понимаете, беда здесь не в том, что любительская озвучка плохая. Беда в том, что озвучку Машки мы слышим постоянно, так как за нее же мы и играем. А еще беда в том, что актриса... Нет, не так. Что девочка, озвучившая этого персонажа, она не старается. Вообще, вот даже не старается стараться. Справедливости ради, остальные озвучены на примерно том же уровне, но остальных мы и не слышим так часто. Не то чтобы им простительно, на них просто пофиг. Но Маринка, Машка, Манюня, твою мать, это невозможно же слушать. Ну, пись ты в три прогиба. Или в два. 10 лет назад я была ученицей старой Академии джедаев. Мой наставник погиб в неравном бою против бойцов Императора. Поэтому мне приходилось самой заканчивать свое обучение. Хочется постоянно прикрыть лицо рукой, чтобы хотя бы не видеть этот стыд. Но, повторюсь, ругать девчонку, озвучившую Мэриэль, глупо, тут никто не старался. Я не уверен, что неплохая озвучка Сидиуса просто не случайное совпадение. И вот под этот вот медленный, не старающийся голос, вещающий в говняный микрофон, мы и будем познавать сюжет. Начинаем мы с кошмаров, где скелеты в мантии Палпатина называют нас предателем, а следом на нас нападают скелеты. У нас нет оружия, мы посреди лавовых провалов и можем только прыгать, пытаясь силой или случайностью спихнуть врагов в ту самую лаву. Вообще, так как это первый уровень, он начинается сумбурно, ибо управление, вид камеры и прочее еще не настроено. Однако все это настраивается совсем недолго, и вообще должен сказать, что начало очень даже интригующее и поставлено оно тоже неплохо. Сражение с кошмарами, угрызениями совести, скелеты в мантиях, да, Грабнар бы порадовался. Скелеты, кстати, используют звуковую библиотеку Quake 3 на правах родного движка, потому когда вы слышите родные до боли звуки, не удивляйтесь. Уровень очень короткий, следующий уже в Академии джедаев. Маринка и еще одна бабца проходят испытания. Сразу бросается в глаза неплохой дизайн. Это здесь нечастый гость, к сожалению. Испытания стандартные. Бросается в глаза еще и тот факт, что в моде вовсю используются сторонние модели. Например, в качестве тренировочных дроидов тут дроиды Торговой Федерации. Далее нам часто будут попадаться клоны. К сожалению, какой-то серьезной попытки обосновать такие моменты разработчики не предприняли. Мы еще довольно часто будем встречать каких-то врагов с мечами, будто бы сошедших со страниц манги. А также не раз встретим модели Дарта Мола, Мейса Винду, Киади Мунди и еще целую прорву джедаев в футболках и сексуальных твилечек, почти что топлес. Такой подход создает некий балаган, который, я думаю, вредит игре. С другой стороны, опять же, видно, что авторы хотя бы как-то старались. Разве что идея со стрелом тренировочных дроидов из пистолета — та еще задумка. Довольно-таки садистская, должен признать. Но все же мы получаем свой меч и отправляемся на задание кто куда. Напоследок Мэриэль засасывает подругу, прям как бы намекая, что Россия очень толерантная страна, и пока США и только готовились к массовому каминг-ауту, в нашем Мордоре уже вовсю развращали молодежь подобным вот похабством. Забегая вперед, похабство тут будь здоров. Это очень небогоугодная игра, и что б я без нее делал? 2002 год, интернета нет, и тут вдруг открывается такой доступ к запретному. О, да. Но то ладно.
Следующий уровень. Гундос и Ярль Пуф вещает нам о необходимости сделать бум местной колонии АТСТ. А то прут и прут, понимаешь. Иди, мол, взорви их. И вот вроде мы не на Татуине, но враги почему-то тоскены. Со снайперскими винтовками. Впрочем, гардефаи появились только в Академии джедаев. Ну ладно, это явно не то, на что стоит обращать внимание. А на что стоит? Ну, наверное, на отвратительный левел-дизайн. Каньон, пустыня, все желтое, все в песке, видимость никакая. Внутри база не лучше. Да и маленькая, отвратительная она вообще... Ну, хуже всего, конечно же, финальное задание. Колонна, оказывается, все это время движется вперед, и если дойдет до черты, все, ты профукал уровень. А колонна — это несколько АТСТ, несколько роботов помельче и кучка штурмовиков. Ну, то есть дроидов Торговой Федерации. Блин, как-то даже непривычно, будто бы рассказываю о каком-то сумбурном сне. Ну и вот, в целом миссия простая. Хитрость здесь в том, чтобы выглянуть из окна и пальнуть по каждому танку, чтобы те навсегда встали в попытке выцелить тебя. С этих пор можно расслабиться. В комнате полно ракет, и хватит, чтобы взорвать всю колонну. Хитрость в использовании ускорения. Однако вообще должен признать, что порой мод довольно сложен в прохождении и сохраняться здесь лучше почаще. Ранят регулярно, и после каждого ранения Мариэль призадумывается. Это, если что, стандартная анимация лечения первого уровня. Честно, я, играя в оригинал, его так часто не использовал даже на высоком уровне сложности, так что еще непонятно, где сложнее. Баг-то, кстати, встречается очень-очень редко. Тут, в принципе, на все эти дополнительные предметы забили. Зато не забыли о тайниках, которые нет-нет да попадаются. И о пасхалках тоже, что, кстати, между прочим, большой плюс в копилку положительных отзывов о моде. Да и, в принципе, повторюсь, по многим аспектам видно, что авторы действительно старались. Например, на уровне в Академии наша подруга пытается воздействовать на разум мастера, чтобы тот освободил их от экзамена, после чего он забавно на это реагирует. Мод не то чтобы пестрит такими вот разряжающими атмосферу забавностями, но они в нем есть. И большая часть сделана довольно забавно, опять же, но попадаются и кошмарные моменты, от которых хочется просто ударить себя по лицу с размаху. Ну правда, когда Машка с нулевой актерской игрой произносит что-то вроде «А горячих болгушек не хочешь отведать?» Серьезно, я сейчас дословно цитирую. Или шутит на тему того, что, мол, это за твой задний ангар нужно беспокоиться. Короче, когда игра пытается юморить, то хочется просто ее выключить, залезть под одеяло и плакать. Плакать! Но недолго. Подводя итог уровню, ну, довольно-таки простой и, на самом деле, скучный и фиговый. Следующий точно такой же. Меняется разве что песок на снег и, по большей части, бы внутри базы. Больше анимешных ситхов-врагов, больше геморроя, больше фана, но в целом скучно. Вообще, кстати, хочу отметить тот факт, что оригинал делится на две условных части – до светового меча и после светового меча. Однако даже после получения светового меча ты, в теории, мог переключиться на оружие и снести врагов нафиг. Тут же это приходится делать постоянно, что в моих глазах положительная характеристика. Да, игра вроде про джедая, но почему джедай не может использовать винтовку, если она сейчас эффективнее? Джедай что, тупой что ли? Что это такое? А, это ситхи аплодируют. Да ладно, ладно, хорошо. Цыц! В общем, тут порой проще всех именно из пушки расстрелять, особенно на ранних уровнях, когда отражать удары не всегда выходит, а фигачить молниями пока что получается плохо. Зато по тебе постоянно шмаляет из ракетомета и гранатомета. Выносит все это тебя на раз-два, а отклонить удары не всегда возможно. Тем более, что далее часто враги и силы, и бегущие впереди, будут попросту точно так же отклоненные тобой снаряды вновь отклонять в тебя, так как их поведенческий скрипт считает, что это ты в них выстрелил. А так как у форс-юзеров NPC нет лимита на силу и кулдауна ее использования, то смерть станет частым спутником, и даже фейспалм тут не спасет. И это я еще не сказал о Фияре. Помните адмирала Фияра из оригинала? Точнее, не его самого, а тот экзоскелет с дефлектором, который тебя выносил как сучку. Так вот, тут такой встречается уже на этом уровне. Настоящий олдскул, детишки. Олдскул решает! Вот следующий уровень уже понемножку меняет геймплей. Тут у Марии Водичкиной силы возрастают, и предпочтительным уже становится световой меч. Нормально отклоняем снаряды, нормально толкаем, нормально тянем, нормально прыгаем. Прыгаем, да. Тут, детишки, у нас уровень с распрыжкой.
с распрыжкой через серьезные расстояния. Движок Quake в принципе не приспособлен к внятной распрыжке, во всяком случае без вот этих вот платформ из самого Quake. В оригинале прыжки были тем еще геморроем, ложкой дегтя в нашей с вами бочке с водкой, а тут же у нас весь уровень вертится вокруг хождения по каким-то стропилам или как это вот называется. Короче, акробатические этюды етить их. Стоит ли говорить, что главным врагом тут служат пропасти? Перепрыгнуть с одной платформы на другую настолько сложно, что трудно даже понять, а нам точно туда? Но смотришь по сторонам и понимаешь, что больше, в общем-то, и некуда. Просто, наверное, стоило реально сделать расстояние чуть поменьше, а то игра превращается в бесконечный квиклоуд. Это не дело. Это убивает динамику. Особенно весело делать это под обстрелом. Особенно под обстрелом ракетами. Тут, кстати, был момент, когда нужно еще и на движущийся кар попасть. Он хоть и замирает на мгновение, но уже просто от понимания, чего от тебя требует, ты готов завопить: «Нет, не надо! Можно я просто прыгну в пропасть?» Кстати, это придется делать под ракетным обстрелом. Юху, развлекайтесь! Горе скрашивает разве что саберфайтинги. Ситхов становится достаточно много, и самое забавное, что они тоже становятся заложниками локации. Шаг влево, шаг вправо, и ситх с криком «Ааа!» летит в пропасть. Это ли не прелесть? Да, это правда круто. Однако все же я бы сказал, что уровень откровенно слабый по дизайну, и названные шалости его не спасают. Суть в чем? Нам нужно спасти принцессу из заточения и увезти с планеты. В роли принцессы сенатор Амидала, в роли ее протокольного дроида Ситрипио. Ну, я не удивлен. Беда даже не в том, что миссия с сопровождением заведомо слабой и тупой цели сквозь толпу ситков — это та еще задачка. На самом деле нет. Беда в том, что искусственный интеллект союзника тупой как ее мать. То она, значит, бежит задом, то отказывается двигаться в принципе, и что только Анакин в ней нашел. А, понятно. Но самое убийственное — это то, как нужно доставить эту сучку к кораблю. Добегаем мы, значит, до моста, а вон, видите ли, сломан. Там вот такая вот крохотная дырочка, которую даже без ноги перепрыгнул бы. Тут не нужно быть джедаем. Но Белоснежка ноет, что «Нет, я упаду». А Машка ей вторит, мол: «Да, ты таешь, слабачка, я сейчас что-нибудь придумаю». Ой, после получаса хождения по пустому уровню и придумывания, я полез в прохождение, и знаете, что я там нарыл? Оказывается, нужно перепрыгнуть мост. Нет, дальше идти не надо, там невидимая стена, поэтому я туда и не пошел. Так вот, надо рывком перетянуть на другой конец моста принцессу. Получается, это раз так примерно с 10-го, с 15-го. И понять, что именно это задуманное разработчиками решение, вообще не представляется возможным, потому что ни одна игровая задача не строилась никогда на подобной механике по причине ее, той самой механики хреновой реализации. То есть толкать врага так, чтобы он улетел в пропасть, это нормально продумано, но толкать союзника так осторожно, чтобы тот не улетел туда же, и это, я вам скажу, предмет особой олимпиады. За такой в рай без доклада нужно пускать. Ой. Следующий уровень переломный. Переломный в судьбе Водопадовой, разумеется. Значит, слушайте, тут трое джедаев. Трое джедаев решили лично явиться на базу императора к Вейдеру и Сидиусу и либо предложить сдаться, либо ликвидировать ситхов. Трое джедаев. Одна из них — это мы, недавний падаван. Отличный план. Что может пойти не так? Уровень представляет из себя 5 или 6 длинных мостов над магмой, достаточно широких мостов с укрытиями, на которых обильно расставлены как стрелки и ракетометчики, так и темные джедаи в смешных касках. Вот тут как нигде заметно, что по умолчанию в моде включен режим расчлененки. В оригинале его нужно было активировать кодом, тут же не нужно. Правда, включен лишь частичный режим, кисть так ни разу отрубить мне не удалось, возможно, просто так получилось, но пополам я их вроде разрубал точно. Тут важно то, что противника можно ранить, просто проникнув мечом в его тело и поводив им. Если не водить, урона не будет. Казалось бы, логично, да, но в оригинале такое было возможно только если ввести код. Это, кстати, радует. После долгих сражений начинается парад озвучек, где двум ситхам предлагают сдаться по-хорошему. Император поржал и предложил джедаям выбрать из двух стульев. Двое выбрали пики точеные, как видите. А вот Мария, ну, сами понимаете, лежит, значит, без сознания, отходит. Она, видите ли, может стать ценным союзником.
Поэтому на следующем уровне мы, возможно, после вчерашней шумной вечеринки, да, оказываемся на очень пустынной планете в каком-то городе с болью в голове, возможно, даже еще и в жопе. А главное, без светового меча, без смартфона, кредитки, ну что вообще за жизнь? Первая половина уровня — это просто шкандыбание по убогой локации. Убогой потому, что виден васянский дизайн. Майнкрафт какой-то, посмотрите на это. Однако, хоть получилось и плохо, я бы поставил хорошую оценку просто за старание. Продавцы говорят на родных языках своей расы. Ну то есть, как на родных? Это в Которе были придуманы родные языки, и то частично. Вообще, если вы прислушивались хоть раз к иноземным речам в том же Которе, то явно слышали, как не раз и не два целые конструкции кочуют из языка в язык. К примеру, час кронки до Пэтслимо произносили и даги, и ракотанцы, и радианцы. Здесь та же история, просто взяли тарабарщину. Но тарабарщину не с потолка, а из официального лора. Либо же это качественное подражание, да еще и записали все это, то есть по качеству звука видно, что это именно их запись. Но в целом тут не на что смотреть. А вот вторая часть уровня, да, тоже уродливая, но чуть менее, зато крутая концептуально. Тут нас переманивает на темную сторону силы. Сперва зеркальный лабиринт, мол, некоторые правила можно нарушить, так что разбивай некоторые стены. Какие? Тебе что, непонятно сказали? Некоторые! И в рот мне ноги, какой же это ублюдский лабиринт? Даже сами разработчики мода, судя по слухам, точно не знают, как правильно его проходить. Вот уж действительно велика мощь темной стороны. Ну ладно, далее император нам рассказывает, что там, куда мы пойдем, свет не нужен. Головоломка с отключением светильника. Потом люди как звери, убей зверей. И, собственно, дальше идет 10-минутный забег по кругу от целой орды маленьких кусак, потому что оружия у тебя нет, есть только молнии силы. Очень боялся заснуть и упасть лицом на клавиатуру и доломать ее в конец. Далее император предлагает идти по головам, а именно пропрыгать по колоннам над лавой, сталкивая других в нее. Далее злейший твой враг — это, разумеется, ты сам, битва с клоном. Но императору все мало, теперь на арене цирка вместо ранкора, мир праху его, Машка Водопадова против всех. Сначала выкатывает одного джедая, потом сразу двух, потом четырех и так далее, вплоть до семи, кажется, одновременно, точно не считал. И вот бой на действительно большой арене против целого отряда джедаев в разной степени мощи, вплоть до мастеров, это действительно круто. Именно в такие моменты раскрывается старый добрый джедай-ауткаст, и мод, видимо, об этом знает. Подводя черту под уровнем, ругать я могу лишь первую локацию и лабиринт из китайских стеклопакетов. А вот все остальное на высоком уровне. Тут тебе и наставление Сидиуса, и их воплощение в виде головоломок, опять же, кроме лабиринта, ее бы не мешало протестировать, и финальная заруба, прям радость на все деньги. Если дотерпели до этого момента, мое вам почтение. Но, видимо, не все коту масленица. Император отправляет нас на скучные задания. Ну, то есть, скучные для меня. Мне не понравилось. Хотя мозгом я понимаю, что оно вполне себе неплохое на самом-то деле. Сначала на земле мы ищем, как попасть на этакий наземный транспорт-грузовик, а потом уже на движущемся транспорте, пусть это и всего лишь декорация, в отличие от уровней из Академии, но все же, мы ищем в ящиках дроида. Но постоянно натыкаемся на боевых машин. Потом десант из врагов, какая-то мелочевка и, в общем-то, все. Беда здесь в том, что лично я еще не сразу понял, что нужно искать внутри ящиков, и просто рыл носом поезд по углам минут 20. Но это уже мои проблемы, уровень неплох. Но вот следующий уровень великолепен. И я нисколько сейчас не шучу, это действительно самый лучший уровень, и, наверное, один из самых лучших уровней в модах, в принципе, всех, что я видел. И дело здесь совсем не в том, что он напрямую связан с эротикой, хотя, безусловно, своего шарму это придает. Честно говоря, я даже не уверен, что стесняшка YouTube не заблокирует такие кадры. Видите ли, это приключение в борделе. Следовательно, враги и обслуга одеты соответствующе. Вот секретутка даже в чудо-женщину одета. Видела бы это Галь Гадот, сразу бы побрилась налысо. А если сделать определенные манипуляции, то можно через камеру наблюдать самую настоящую сексуальную сцену. Вот ее я точно показать не могу уж, извините. Впрочем, можно просто постоять у двери и послушать оханье. И вот что меня всегда поражало в подобных работах, таких вот авторов-любителей, это знание ресурсной базы.
Они не привнесли, кроме моделек, ничего нового. Ахи, охи были в игре. Это звуки ранений. Анимацию секса они не добавляли. Они просто совместили две уже имеющихся. Ну и все в таком духе. В общем, ребята реально заморочились. Кроме того, тут отличный дизайн помещений. То есть сэры явно знают, как должны быть устроены бордели. Это я о зеркальных потолках над кроватью. Я вот теперь не могу отделаться от этой идеи. Много альтернативных проходов через шахты, мочилово в бассейне, да и само по себе задание интересное. Вейдер говорит, что, мол, запрятались здесь четверо заговорщиков и нужно их того. Ну, этого, вы поняли. Где же еще прятаться, как не в борделе? И вот опять же, оцените старания падаванов. Одна заговорщица — это старая любовь Мариэль, та самая джедайка. Так вот, в бою ей можно силой промыть мозги, и тогда она встанет на твою сторону и будет даже катсцена. Правда, Машка настолько сурова, что в конце без колебаний убьет старую подругу. Ай-на-не. А если убивать пассивных работниц фронта и тыла? В основном, наверное, все-таки фронта. Ах, хотя с другой... А, ладно, в общем. То Мара Джейд посетует, мол, где же теперь столько персонала-то набрать? Про возможность подглядывать за половым актом я уже сказал. В детстве я понятия не имел, как это сделать, потому что гайдов под рукой не было. Поэтому, наплевав на все, просто ноклипом проник сквозь дверь. Ну, вы поймите тоже, 2002 год, интернета нет, порнухи нет. Интересно же. Так что в каком-то смысле этот мод стал для некоторых игроков отличным такой... отдушиной. Ну и, разумеется, есть где воображение потренировать. Кстати, уровень может багануть, и убийство Номы могут не засчитать, так что ее лучше убить последней, или первой, но с переводом на свою сторону. Ну и стоит ли говорить, что основной враг, кроме резиновых морд, это твилечки со световыми мечами и в сексуальных прозрачных нарядах. Ну, что тут сказать, хороши, хороши. Но, конечно, больше всего на этом уровне меня поразил даже не секс, нее, а вот этот вот замечательный танец. Вы посмотрите, как же возбуждает. Лайк, у кого шишкан уже дымит. Так, девушки, срочно разучивайте этот танец. Хотите удивить своих парней или мужей? Делайте как она. Ну а пока девушки заняты, мы с мужиками пойдем в последний крестовый поход. Нет, не Абаддона. Это последний уровень. Точнее так, технически он будет разделен на несколько, но сюжетно он последний. Сначала нас высаживают на планету, отдаленно похожую на Явин. Тут мало того, что клепают от АСТ, что странно, ведь что мы играли за светлых, что за темных, враги, кроме рядовых стрелков, не меняются. Ну то ладно. Зато тут есть джедаи в футболках, да. А если вас и это не радует, то тогда знаете что, вспоминайте тот возбуждающий танец и отстаньте уже от меня. Задание номер раз. Ликвидировать завод по производству АТСТ. Ничего особенного, завод как завод. Но беда в том, что нужно при этом угнать один экземпляр, и вот это уже беда. Выжить одному, будучи джедаем, с силой и с возможностью отталкивать снаряды, это не так уж тяжело. Но сберечь машину, да простят меня Адептус Механикус, вот это уже большая проблема. Но тут уж главное до ворот дойти, а там можно просто вылезти наружу и разбираться с техникой в рукопашную. Тех же АТСТ валить гораздо проще, просто стоя под ними вплотную, отражая выстрелы назад. Они, кстати, при этом ракетами не стреляют, если не отходить слишком далеко. К этому времени Машка уже настолько горячая девчонка, что можно просто идти наливать чай, например, ибо она ни одного выстрела не пропустит. Следующий уровень той же миссии, терпеть его не могу. Тут нужно по местности, отдаленно напоминающей Явин 4 по понятным причинам, шуровать на АТСТ. Беда та же, шуровать нужно далеко и долго, обходя скалы и прочую хрень, да еще и машину нужно беречь, притом чинить ее невозможно, а гренадеров и ракетометчиков тут просто до жопы. Поэтому я просто наплевал на них на всех и шуровал вперед, давя всех подряд. Управление машиной то еще, не любил его и в оригинале, а уж тут подавно. К счастью, однажды мучение оканчивается и начинается последний уровень. Он в каком-то смысле сложный, но только в том, что концентрация врага со световыми мечами на квадратный метр слишком высокая. Однако я использовал старую добрую тактику из Perfect World. Я, конечно, не танк, но я могу спрятаться от тупых джедаев в футболках за камнем и потихонечку их ликвидировать. Пространство узкое, это тебе не арена, поэтому довольно-таки сложновато уклоняться от целой толпы со световыми мечами. Со входом на базу сложности исчезают, там коридоры знакомые, привычные, а в конце нас будет ждать самолично Люк Сковородкер.
И тут игра предлагает нам выбор. Люк, как обычно, гнет свою линию, мол, слышь ты, в тебе есть свет, так что, камон, хорош херней страдать. И если мы хотя бы дернемся в его сторону, начинается концовка номер раз, где мы умираем и слушаем монолог, мол, вот, лежу я тут такая, мертвая дура, нет бы вернуться к свету, а Люк-то крут, про него поди фильм снимут, еще, может, даже игры сделают. Да. Жаль, авторы не могли смотреть наперед и не сказали что-то вроде «И однажды он будет доить ждуна и пить его зеленую малафью, чтоб прям по бороде лилося». Ну а если световой меч выключить и постоять так секунд 30, то Машка, как своя в доску с Люком, стоит такая гордая и говорит «Спасибо тебе, Лукас, за такую классную вселенную». Ёкарный бабай, были же времена. И, казалось бы, конец, но нет, в финале вместо надоевшего за 40 лет саундтрека Джона Уильямса вы услышите рэп. Да-да, рэп, который коротко опишет все ваши злоключения в этой игре. Вот ведь заморочились, да? И это конец. Интересно получается. Техническое исполнение всего здесь, дай бог, на 3 с плюсом. Однако за старание Nazar Decision Group можно только похвалить. Видно, что они приложили немало усилий. Так что от всей души им спасибо. Особенно за тот всепоглощающий танец. Если бы еще и озвучка не портила малину, было бы, наверное, вообще великолепно. Я, разумеется, не ожидаю от конгломерата любителей профессиональной озвучки на не менее профессиональном оборудовании, но здесь же почти никто даже не старается. И смех и грех. Ну, впрочем, ладно, чего уж опять об этом говорить-то. По итогу можно сказать, что даже такая вот несуразная альтернативщина не смотрится более дико, чем новейшая трилогия о диснеевской мыши. Угу. К счастью, в игровой индустрии все далеко не так плохо, и мы можем поиграть хотя бы в Павший Орден. Вообще, времена, конечно, тогда были довольно интересные. Сейчас далеко не каждая модификация к игре, особенно такая масштабная, которую можно выдать, если уж не за игру, то хотя бы за аддон, доходит до релиза. Впрочем, это уже совсем другая история. Лучше уж давайте расскажу о еще одном популярном моде — побеге с Явина 4. Но в другой раз.